Есть такая книжка. Да, есть такая. Так вот я ее просто прочитал. Проблема современных политиков в том, что они вообще в детстве мало читали. В юности, в молодости тоже не читали. А когда стали политиками, вообще перестали читать. Мне некорректно комментировать господина президента. Я не хочу говорить, что я чувствую по этому поводу. Я не политик. Идешь, молчишь, херню про меня всякую думаешь. Вот так и в киевских кабинетах. Нужно договариваться. С Путиным? Я не знаю, с кем. Я не хочу комментировать, с кем. Может быть, и с Захарченко. Я бы договаривался. Я считаю, что договориться можно хоть с чертом лысым. Лишь бы люди перестали гибнуть. Вы сейчас занимаетесь дешевой спекуляцией. Почему? Потому что о каких тендерах? А нахрен нужен вообще этот тендер? Кому? Ну, мы ж тут не это самое, да? Будем так говорить. Мы нормальные люди. Нам тоже нужна мотивация. Но пока что мы теряем. Каждый день. Большие деньги. Пока кто-то инвестирует в Российскую Федерацию. Я очень просто отношусь к этому кабинету. Мне не надо лукавить. Я не держусь за этот кабинет. Вон моя сумочка. Я ее взял и ушел.